Сосредоточься. На обед у нас карри. Схожу за овощами в магазин. Что-нибудь захватить? Две пачки чипсов и хрустящее мороженое. С шоколадной глазурью, ты знаешь. Арбуз. Деньги? Потом. Ты не забыла, что должна уже мне больше 60? Как будет 100, так и заплачу. Арбуз, ягода, входят в семейные расходы. Оплата моих услуг. Вот же, скряга! Вот, держи. 5 юаней сдачи. Ли Дзяньдзянь, заплати за меня. Опять? Я за тебя уже 20 юаней отдала. Верну, когда идет до 50. Спасибо. Старший брат, экзамен сдан. Не хочешь повеселиться? Нет. А я хочу. Сначала уроки доучу. У тебя же экзамены перед каникулами. С такими оценками тебя никуда не возьмут. Даже в салон красоты. У меня еще 2 года. И чтобы поступить на художественное, хватит и 300 баллов. Опять ошиблась. Говорила же, не бей по голове. Дурой сделаешь, женишься? Да. Женись.